Друзья, всем привет! Подписчики, телезрители канала, просто гости. Всем огромный привет! Сегодня решил съездить в магазин, купить газовый обогреватель на зимнюю палатку. Собрался ехать на выходные на рыбалочку, порыбачить с палатки. Неохота брать мне печку, которую я делал. Слишком она тяжелая, это дрова вывозить. Возьмем обогреватель газовый. Ну все, друзья, едем уже в магазине, включусь, посмотрим, какие цены, какую я выбрал. Ну вот, друзья, прибыли мы в магазин, сейчас найдем, смотрим, какие цены. Так, одеть надо маску. Так, мы зашли в магазин, сейчас зайдем в отдел оборудования газа, и там посмотрим печку, обогреватель газа. Так, ну вот такую печку будем брать. Обогреватель газовый, инфракрасный. Так, вот эту беру печку. И берем баллон газовый. 12 литров. Здесь уже идет со всеми шлангами. Ладно, дома уже посмотрим. 12 литров стоит 3800. Ну вот, друзья, берем, идем расплачиваемся, уже дома включусь, покажу. Так, ну вот, друзья, взял я газовую обогреватель с баллоном, 12 литров. Сейчас едем заправимся, сколько там газ стоит, не знаю. И потом уже домой приедем, уже будем распаковывать, посмотрим, что там она из себя представляет, эта печка. Едем заправляться газом. Заправим наш баллон. Ну вот, друзья, заправился я газом. Не заправился, а там меняет. Короче, уже заправленный баллон отдают тебе, а пустой забирают себе. Ну, короче, как обмен получается. Только ты даешь им новый баллон, блин. Они себе дали старый баллон. Ну, сейчас домой приедем, посмотрим, работает, не работает. Ну, думаю, работает. 12 литров стоит 350 рублей. Сейчас приедем домой, там посмотрим, распакуем коробку, посмотрим, что она из себя выглядит. Хочу на этих выходных съездить на рыбалочку, порыбачить с палатки. Не зря я взял эту палатку, надо хоть раз порыбачить зимой в ней. Так, друзья, зайдем сейчас в рыболовный магазин, купим мотыля. Что-нибудь посмотрим еще. Мотыля есть? Мотыль есть у вас, да? Да. Дайте мне, пожалуйста, коробочку мотыля. И баночку опарыша. Сколько стоит? 70. Вот такой крупный. 70, да? Угу. Опарыш. 30. Ну, в газете тогда долго хранится? Да. Сколько примерно? Удочку мне можно, тут балалайку? Это может за 120, давайте попробуем. А, не, вот это за 160, давайте. Ага, одну. Так, друзья, ну вот, купили мы такую, значит, обогреватель газовый. Вот, друзья, посмотрите, как он выглядит. Вот все написано.
Так, вот характеристики его. Сделано в Китае. Так, максимальная мощность 4,5 кВт, мощность по ступеням 2,6, 4,5. Площадь обогрева 20-80 метров квадратных метров. Ну, довольно-то мощный. Ну так, друзья, теперь давайте посмотрим, что тут в комплект входит. Так. Инструкция, все по русскому языку. Ну, вот здесь регулировка газа, порядок работы. Так, теперь смотрим дальше. Втаскиваем дальше. Какая-то запчасть. Еще бумажка какая-то. Так, ладно, достаем сам агрегат. Достать бы нам его. Вот, друзья. Так, вытащили наш агрегат. Уже шланг подцеплен, все подцеплено. Так. Это регулировка больше, меньше. Надо нажать, тогда крутится. Этот агрегат давайте соберем, посмотрим, как он будет выглядеть. Так. Это, я думаю, сюда. Так. Тут даже винтики есть. Все. Как в лучших домах Лондона и Парижа. Неохота мне печку было брать, которую я сделал на дровах. Это, мне кажется, баллон взял, и это и легкое, и дров не надо. Попробую, будет тепло, не будет, должно быть тепло. Так, прикрутили здесь. Теперь же, что тут у нас идет. Так, вот так оно делается. Этот болтик. Это вставляется сюда вот. Так. Все. Закрутил. Все просто, оказывается. Эту. Так, вот я попал, все закрутил. Так. Подтянуть надо, чтобы
не ездила. Ну что, друзья, сейчас подключу и будем пробовать, как она горит. Вот, друзья, взял новый баллон, дали, вот старый, заменили мне 12-литровый тоже баллон, баллон газовый. Ну, короче, вот, был новый, стал старый. Не знаю, может, в следующий раз заправляться буду. Могут дать и новый, наверное. Не знаю. Ну, разницы нету. Посмотрим. Новый, старый, лишь бы работал. Сейчас подключаем и будем зажигать нашу горелку. Так, друзья, все. Подцепил я, закрутил. Так, сейчас буду пробовать зажигать. Так, друзья, открываю газ. Открываем газ. Так, зажигаем спичку. Нажимаем кнопку. О! Все, друзья, загорелось. Наша печка. Ох, как потушим свет. И вот она как горит. Наша печка. Так, сейчас посмотрим, прибавит как здесь. Так, она. Это она на мощная. Стоит на полную мощность. Горит. Сейчас убавляем. Вот убавили ее. Вот так она горит. На всю убавил. Жарко, жар дает хороший. Сейчас прибавлю. Вот, прибавил. Ух, как жар сразу поперто. Да, думаю, в палатке будет сильно жарко. Не хорошо обогревает, друзья. Печка работает. Печка классная. Вообще жарко. Вот я сижу метр от печки, а, блин, жарко прям аж невозможно. Ну, посмотрим, как она будет, как она справится в палатке у нас зимней. Вот как жарко, друзья. Вот она, на полную мощность. Да, сильно жарко. Ну все, друзья, выключаем. Кому понравился мой короткий сюжет о печке, ставьте лайки, друзья. Подписывайтесь. Все, закрыли газ. Все. Здесь все тухнет сразу. Ну вот, друзья, печку обновили. Класс! Ну, жарко уже. Вообще махом нагревает, друзья. Ну вот так. Ну теперь же будем пробовать ее на природе. Все, друзья, всем пока. До новых встреч. Увидимся уже на рыбалочке. Ставим лайки, друзья, не забываем подписываться. Всех с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, добра, успехов, творческих и всего-всего самого хорошего, друзья.